Рабочие в Еруде вышли на забастовку. Они пожаловались на то, что московская компания «Эста Констракшн», которая выполняет работы для золотодобывающей компании «Полюс», задолжала им зарплату с марта. Рабочие прошли 5-километровым маршем от места работы до общежития и по пути выкрикивали фразу «Зарплату не получили». Этим видео заинтересовались в прокуратуре. Там же подтвердили, зарплату с марта действительно не получили более 300 человек. В Следственном комитете заверили, в ходе проверки ведомство примет меры, чтобы долги по зарплате погасили. Мы связались с представителями компании-подрядчика, там ситуацию комментировать отказались. В компании «Полюс» пояснили, что свои обязательства перед «Эста Констракшн» выполнили полностью, то есть причины не платить людям нет.